Чей-то взгляд молодой и лучистый, и нежный, каких и не снилось. Лицо с мягкой доброй улыбкой над детской кроваткой склонилось. Конечно же, это мама над малышом, словно птица, над птенчиком первым самым, едва успевшим родиться. Какое первое слово произнесет малышка? Мама, конечно, мама, пусть мама его услышит, на ручки возьмет, подкинет, на ножки поставит, обнимет. Повар и учитель, главный воспитатель, сказочница, дизайнер, о будущем мечтатель. Она в кругу семейном главный грамотей, и никто не может не считаться с ней. Малышу приснится, когда ночь темна, с любым великаном справится она. Если же и тоже, кто всех фей сильней, мамочка все может. Мама всех умней, шить научит, вышивать, песни петь, стихи читать. Дел, забот, профессий у нее навалом. Заботливые руки ласковы, удалы. Легко обидеть маму, когда растешь, взрослеешь, взгляд любящий тревожен. Мамы же стареют. Но тут, друзья, хочу сказать, что не секрет. Случается по нашей жизни, мамы нет. И вот заботливые руки женщины чужой поставят на ноги, присмотрят, как никто другой. Вот пух с кудельки тянется на прялку. Она все думает, успеть связать перчатки, носки и свитер сыну своему приемному, такие, как она, подобны светлому лучу во тьме непокоренному. Берегите матерей, пусть живут на счастье. Роль, участие их сильней, коль попал в ненастье. Считайте с чувством матерей, мать – это святое. А скандалы, ссоры, боль – ей совсем другое. Но пусть будут счастливы семьи, где в мире живут поколения, где главное видят вовеки, друг в друге ценят человека, и мирный полет оптимизма сравнится с их принципом жизни.